Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World The Game, и мы получаем награду за нашу Омегу. Это у нас сколько здесь? 25 лет, Jurassic World, Jurassic Park, 25 лет. Такая статуэтка, ну, которая у нас уже была. Ничего такого особенного себе не представляет, то есть перевернутая машинка и вырвавшийся из ограды Тиранозаурус. Так, давайте соберем призы наши. Так, еда, обязательно еда. Так, здесь клон. Клон я покупаю. Клон это крутое. Так, клон. Да, не воровство, а клон. Все правильно. Так, Дунклестейн нам не нужен, деньги нам не надо, мясо отдавать мы не хотим. Продать за гены это пожалуйста. И больше ничего толкового нет, да? За еду покупать пока не хочется. Ну и берем классика, монета, баксы. Так, отлично, давайте смотреть, что у нас тут по турниру. Так, есть мега крутой психодерм. И, о, есть победить 9 противников. Это тоже круто, мне нравится. Психодерма еще есть время, давайте пойдем сюда. Так. Ну тут вопрос, какого уровня брать... Давайте возьмем просто по красоте. По красоте кого-то возьмем. Ну, давайте первого, может, Апатича возьмем. Я не знаю. Обычно здесь не сильные противники. Посмотрим, что нам тут парк юрского периода приготовил. Ну да, такое что-то слабенькое. Давайте завалим. Потом напоследочек, может, сделаем боёчек с психодермой, там будет жестячок. Так, давай, петушок. Петушок юрского периода. Решил проатаковать на один. Так, ну посмотрим, продержится ли Апатич до 9-го. Но я сомневаюсь, что он продержится. Ну, если они будут все атаковать вот так тупо, то мы продержимся. Ну, еще зависит от того, сколько хищников у нас там в противниках. Почти пробил. Давай, на 5 атакую, двушку снимет. У меня 6600, снимет полторушку. А так бы точно 2 снял. Так, ну Апатич, смотрите, почти целёхонек. В тем-то какой-то несчастных 1500 не хватает. Ой, птерозавры вообще не страшно. Так, ну это еще вот этих два, еще 3 неведомых зверя есть. Отлично, пробил, защитился, вообще идеально все сработало. Попробуем вот так. Ах ты ж гаденыш. Ну, лучше потратить баллы на велоцираптора, да, и там уже пусть стегич нас атакует, чем велоцираптор. Так, этот может еще нас и... пробить. Блин, а вот гаденыш. Пробьет нас. На 6, наверное, ему хватит. Вот так вот. Раптор взял хитростью. Да, 6400. Пробил, конечно. Но метапозаврик знает, что делать с этим вкусным раптором. Так, стегозавр и паразавр там не страшно. Ничего себе, агрессивный-то какой. Большую часть жизни снял. Так, ну еще один. Кто там у нас будет? Хищник, тогда ему хана.
Да, Тирекс последний у нас. Но тут мы все распетляем сейчас быстро. Так, у Рекса 6 баллов. Рексу 2 удара может их... не хватит. Не хватит. Что-то я так переоценил силу удара Рекса. Не хватит. Ну и все. Ну, думал подмениться, но у него 2 балла. Мне бы не хватило Барионикса пробить его. Вот такой вот у нас был. Были врата в парк юрского периода. Такая вот у нас была... у нас тут еще нам предлагают сразиться. Ага. Ну, вы поняли, противники как бы здесь совсем не крепкие. Можно взять вот тебя и вот тебя. А, здесь 6 противников. Да, было не 9, а 6. Давай, спинатозух. Такая челюха у него, конечно, большая. В частности, Газавре нужно накопить баллы. Он вообще бьет как муравей. Так, ну давайте сейчас подождем его атаку, чтобы не сливать много лишь баллов. У него 6. Молодец. Атакую на 3. Готово. Так, Раптор 80-го там уже есть. Раз, два, раз, два, раз, два, три. Давай. Спинатозух, продержись до конца. Давай, осталось всего-то там ничего. Раптора сейчас пробиваем, там слабенький апатозавр и еще один, и все. Так, кто там последний? Ну-ка, амфибия. Не, это и есть последний апатозавр, ха-ха-ха. Сейчас мы сделаем зубочистку из его шеи. И атака на 8. Супер удар от спинатозуха. Так, Jurassic World набор. Что он из себя представляет? 500 генов и 50 баксов. Ну что за нищебродские награды, ребята? Вы же согласны, что это какая-то вообще мизерная награда? Так, ну, там. Давайте вот еще один боёчек вот здесь мы сделаем. Так, давайте... У меня 20-й есть. Нужно оставить... Ну, поставить хищника желательно. Ай, не прикольно. Если я поставлю птерозавра... Если я поставлю амфибии, то он не будет подменяться. Ну, тоже не прикольно, блин. Ну, от кого поставить? Хищничка какого-то дать ему на растерзание, что ли. Или амфибийку.
Но если я поставлю травоядного, то он подменится. Вот так вот. Давайте какого-то вот травоядного. Он вот должен наоборот будет подменяться. На Юдона. Юдона можно съесть. Все-таки давайте вот так. И птерозавра. Давайте так попробуем. Сороковый Юдон нас за один укус не должен сожрать. Хотя... не должен. И у него там в районе трех, да, будет удар. Так, вот я вообще-то рассчитывал на то, что он подменится. А он что-то, зараза, подменяться-то не хочет. Ладно, давайте сделаем, попробуем. Вот если сейчас его пробиваем, тогда все неплохо. Да, пробил. Так, но меня же эта зараза пробьет тоже на один удар. Один удар и все. Тут я, пожалуй, поставлю все в защиту. Он может рискнуть меня проатаковать. Блин, всего лишь на два. Надо линять. Линять, ребята, иначе нам хана. Он знает, что у меня есть три, атакует. Блин, а у него 7 баллов. Ребята, дело пахнет керосином. Раз, два, три. Я его пробил. Раз, два, раз, два. Блин, он перенес все баллы. Будет 6 баллов. 4 удара. Я от этого мутанта Тадзянга не выдержу. Блин, ребята. Но если бы он поставил защиту, мы бы справились. Но так, как говорится, извините. Но была команда хорошая. Тут как бы был равный бой. Ну, в смысле, у нас были ребята послабее, команда. Но до конца мы держались, короче, вровень. Держались вровень. Давайте возьмем Птера. Он там подменится. Пойдет Индораптор. Вообще-то на травоядного он не хотел подменяться. Так. Ну давай вот так. Потом пойдет Птер. И вот так. Ну, надеюсь, он сейчас тоже не подменится на Тадзянгозавра. Но ему нет смысла подменяться, и вправду. Когда у меня тут амфибия стоит. Атака на 2. Ну, давайте. По-быстрому распетляем здесь. Легко, в общем-то, мы его пробиваем. Что-то Тадзянгиш. Ну, вообще-то ничего не должен делать, но он, зараза, может специально на один проатаковать. На три, не, по полной, смотрите. Ну, это значит, мы уже победили. За 2 удара пробиваем его. Изи катка. 2 балла в защиту, даже 3 поставлю. Ну и все. И Юдону тут ничего не светит. Вот гаденыш хотел нас. Блин, а если я реально, если бы я поставил 2 балла в защиту, хана бы была нам. Ну вот так вот. 7 чистых
как в Jurassic World Evolution, индораптор запрыгивает на спину своего, своей жертвы и прогрызает горло. Так, давайте посмотрим, что у нас там идет дальше. Дальше у нас идут вот такие противники. Это бой изи-катка, ребятки. Мы с ним справимся. Так что, чтобы не пропустить продолжение этого турнира, не забудь подписаться, поставить колокольчик. И будет уже в следующей серии на это продолжение этих двух битв. А на этом все. До скорых встреч.